Тучи мешают смотреть на звезды? Не в мою смену. Наше небо всегда чистенькое. Разве такое возможно? Легко. Так, о чем это я? А, да. Музейная аллея города Зеленоградска приглашает вас посетить самый большой в области планетарий галактика знаний с площадью купола около 100 квадратных метров. Специальным образом проецируемое изображение и звук, окружающий вас со всех сторон, позволяют полностью погрузиться в сюжет и почувствовать себя частью происходящих событий. Порой можно забыть, что эта реальность на самом деле виртуальная. 30 эргономичных кресел позволяют удобно расположиться во время сеанса. Даже нет, лучше так. А в это время свои объятия раскрывает сама Вселенная, миллионы звезд и галактик, скрывающих от нас тысячелетиями свои завораживающие тайны, готовы продемонстрировать их во всей красе. И некогда казавшиеся простыми точками на небе, объекты начинают обретать свои космические формы и очаровывать невообразимыми красками. Вдохновившись происходящим, можно попытаться вообразить невероятные масштабы Вселенной, преисполниться в своем познании или просто почилить с медузками на дне океана. Также есть познавательное шоу для младшей аудитории. Да и сам купол планетария раскрашен яркими, веселыми персонажами. Дети могут воспользоваться бесплатной фотозоной, а также вкусно поесть в нашем космическом кафе, предлагающем в широком ассортименте горячие и холодные напитки, выпечку и мороженое. Между сеансами вы можете приобщиться к прекрасному. На территории планетария представлены выставки местных фотографов и художников. Планетарий является частью музейной аллеи. Рекомендуем вам также посетить Музей архитектуры и истории Кёнигсберга. А в Музее восковых фигур вас встретят более 50 знаменитостей и мультипликационных персонажей. Для вас есть вместительная парковка. И самое главное, всего пара шагов отделяет вас от моря. Подробности на сайте.